Два пассажирских поезда столкнулись в Германии. Инцидент произошел недалеко от города Бадайблинг в Баварии. Погибли по меньшей мере 8 человек, еще около 150 пострадали. На месте работают 8 вертолетов и сотни карет скорой помощи. Открыта горячая линия, создан кризисный штаб, он выясняет причины аварии. За развитием событий сейчас следит наш корреспондент в Германии Шолпан Найманбаева. Она сообщает, что это самая тяжелая авария в стране на железнодороге за последние 18 лет. В 1998 поезд на скорости 200 км в час сошел с рельсов и врезался в мост. В той трагедии погиб 101 пассажир из 220.